Привет! Сегодня мы будем на УАЗик ставить блокировку. Это ж техно, самоблок, точнее разблокировка блока. Для начала, получается, откручиваем полуоси, немножко вытаскиваем с обеих сторон и начинаем разбирать задний мост, снимать крышечку. Сняли крышку. В предыдущие разы мы, получается, весь редуктор снимали, меняли подшипники на хвостовике тоже. Сейчас вот слили маслицо, крышечку сняли. Будем сейчас снимать бугеля и вытаскивать редуктор для установки блокировочки. Достали редуктор. Подшипнички все новые. Сейчас будем эти болтики откручивать, разбирать и менять начинку. В общем, получается, на весу ударили аккуратненько в эту часть. Образовалась щель, отверточкой подцепили, и теперь она снимается. Внутри у нас получается запчасти, пластинка, верхняя. Это все ненужные детали. Так, еще одна, и еще пластинка. Все. Теперь у нас чистенько, будем раскрывать комплект. Открыли упаковочку с блокировочкой. Здесь крестовина, такие вот детальки, шайбы. Сейчас посмотрим по инструкции. И будем ставить, также есть вот, как его, шпунты или с маленькими и большими пружинками. Получается, у нас собрали мы вот такую конструкцию. Это первая кладется потом под крестик. В круглые отверстия вставляются круглые пистоны, а в овальные, получается, две пружинки, одна в одну. Также собирается вторая муфточка эта, и крест-накрест вставляется, то есть вот эти пистоны вставляются уже направляющие, да, в пружинки. Ставили окончательно, пока еще без крестика этого. Сейчас сверху накидываем крышку эту с подшипником, притягиваем болтиками, меряем расстояние. Собрали верхнюю крышку редуктора с помощью щипов. Мы насобирали 3,55, что является допуском. Допуска 3,4 до 3,6 миллиметров. У нас все нормально. Сейчас ее опять скидываем, ставим уже крестовину, все собираем и закручиваем. Разобрали, поставили крестовину на место, все запчасти собрали. Сейчас болты ставим и протягиваем. В принципе, все, блокировка собрана. Ну вот, поставили мы дифференциал на место, затянули бугеля, гайку, подтягивающую подшипник, настроили. В принципе, все поставлено. Осталось подкинуть крышечку, затянуть и проверить, как работает. Все дособирали, поставили. Одно колесо вывесили домкратом. Проверяем работу блокировки. Второе на земле, щелчки идут, это нормально.
разблокировка работает. Под нагрузкой должно заблокироваться. Осталось съездить на тест-драйв реальный и посмотреть, как работает блок. Ну вот, приехали мы в песочницу. На УАЗике самоблок из техноблока. Сейчас будем проверять, как едется с ним. Сейчас живую проверим, как собрали блокировку на УАЗике. Как тут небольшая первая диагоналка. Пошел спокойно, вообще не напрягаясь. Также без напряга. Сейчас попробуем первую горку, такую легонькую проехать, чтобы сильно пока нагрузка не давать. Пошел. Вот он, видно было. Интересно пока. Ну, сейчас попробуем чуть-чуть по гоночной трассе уже прокатиться. Сюда, 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 ко мне, ко мне, ко мне! Сильнее, Вань! Все, да. Так, пробуем еще зайти. Задних колеса буксуют. Перед прошел. Ага. Решили немножко еще трассу перед соревнованиями прокатать. Олег Михайлович упорный. Военные мосты. Блокировочки. Сейчас попробует, где Патриот хотел заехать. Тут бугор. И бензина не хватает в баке. Чахнуть начинает, глохнуть. Сейчас. Блокировочка, наверное. Заезд такой между. Опа, все буксуют, однако. Тут немного ходиком надо. О, что-то.
задняя, либо без блока. Ох, фендер хороший какой. Раз, отогнулся. Пошел на следующую горку. Заднего блока, оказывается, нету, только перед. Немножко доска, и все спокойно. Вот, немножко тест-драйв сделали УАЗика, бензина мало, не хватает, в принципе, блока работает, лезет неплохо. Вообще классно. Посмотрим, как себя поведет на соревнованиях. А так, вот все, блокировка установлена, все правильно, все работает. Всем спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч.